19 июля ректор Казанского федерального университета провел встречу с генеральным консулом Турции в Казани Ахмедом Садык Даганом. Это стало первым визитом консула в КФУ. Участие во встрече также принял проректор по внешним связям Ленар Латыпов. Гостя университета впечатлило сотрудничество с Турцией, ведь с 1990 года турецкое направление одно из приоритетных. КФУ взаимодействует с 9 вузами из Турции и Национальной турецкой обсерваторией Тюбетак. Сотрудничество ведется как на уровне науки, так и образования. У нас так сложились добрые такие рабочие отношения. Без формальных, поскольку за этот период и подготовлено достаточно большое количество совместных публикаций, что является, по моему мнению, итогом совместных научных исследований, более 300 сегодня в разных предметных областях. По завершении визита стороны обменялись надеждами на дальнейшее сотрудничество КФУ с вузами, научными центрами и коммерческими компаниями Турции. Позже Ильшат Гафуров встретился с делегацией Самаркандского института экономики и сервиса во главе с ректором Мухиддином Пулатовым. До этой встречи директор Института управления экономики и финансов Наиля Багаутдинова презентовала делегации Казанский федеральный университет и программы своего института. В январе 2018 года между вузами был подписан меморандум о взаимопонимании. Сейчас сотрудничество переходит в активную фазу. В личной беседе ректоры обменялись мнениями о наиболее перспективных формах сотрудничества. Обе стороны заинтересованы в развитии совместных образовательных программ. Артем Тупичкин, Ленардо Валитьяров, Владимир Нелюбин, Универньюз.